Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш. Посмотрим на скин дуэлянта и попробуем словить еще одного. Посмотрите заодно, сколько уходит на это пыльцы. В общем, такие вот плюшечки я забрал. Поехали, посмотрим сразу же на скин. Так, вроде все забрали. Интересно посмотреть на скин в действии. Давайте изначально посмотрим на первый. Какую-то слабенькую подземочку взял, ну да ладно. В общем, так вот он выглядит без скина. Как видите, дамажит очень круто. Не знаю, мне его дамаг очень нравится. Реально веселый герой. Поехали. Активируем скилл. Заодно сможем уже и второй талант ему прокачать. И я сделаю вам уже обзорчик более такой интересный на этого героя. Вот так вот называется он. Ominous Outlaw. Вот так вот. Здесь классика. Так, смотрим, как он выглядит, как бандит. Ничего себе. Вот зелененький стал. Ну, по сути, поменяли анимацию самого героя и ничего прям такого сверхъестественного не добавилось. Единственный плюс то, что у него теперь будет возможность двух талантов. Вот этот одно из основного, зачем мы забираем скины. Ну, вот так вот. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, как по мне, ничего особо не изменилось. Так, пишите, что вы думаете по поводу скина. Вот видите, бонус плюс 66. Неплохой, кстати, бонус. Поехали, акции позабираем. Сейчас посмотрим, что там у нас по акциям интересного сегодня есть. Коллекционер. Нас вот тут вот интересует. Так, забрать. Да, камешки мне нужны. В принципе, больше тут ничего такого. Ай, зачем я это делал? Change. Так, вот. 4 за 10. У меня там вроде есть еще. 7 сэкономили. Заберу дополнительно. Пусть будут. Ну, такое, в общем. Грубая сила. Эмблемки. Ну, ничего такого сверхъестественного нету. То же самое, что и в прошлый раз было. Окей. Так, забрали. Поехали дальше. Что у нас по гифтам там нам надавали? Открываем. Так, ремочка. Неплохо. Неплохо, неплохо. Этих дофига. Шестые. Седьмые. Зефир. Кстати, до сих пор так и не продают сумки. Сумки так и просто не продают. Так, что там у нас по пыльце получилось? По пыльце. 900, ребят. 900 пыльце у нас есть. Поехали, попробуем. Посмотрим, какой же все-таки шанс. И посчитаем, сколько можно словить и сколько надо. Так, это у нас фри. 100 камней. А вот, по 10 падает. В общем, поехали. Увидите, сколько приблизительно. Но это на других серваках вообще его нету. На английском по 10, на остальных по 5. На Тайване 5, на немке 5 дают. В общем, поехали, ребятушки. Вот так вот. Плюс 900. Let's go. Так, сразу же 1600 падает. 50 книг. Три камешка. Ну, камешки это такое. 5 книги. 5 зефира. Ну, это бонусный зефир. Сундучки упали. Так, опять, опять. Посмотрите, какой шанс. Блин, я не знаю, как я первого собрал, честно говоря. Так.
Просто пипец. И не то падает, и не то не падает. Я офигею. Вот смотрите, уже 100, и нам дофига. Вот, наконец-то, 10. 10 за 85. Ну окей, поехали дальше. Пока только 10. Может, ну вряд ли мы второго соберем. Так, карта смены, это хорошо. Еще один, 20. Ну, падает, как видите, падает даже лучше, чем Зефир. Многие ребята спрашивали, лучше он Зефир универсальный. 30. Жесть. 30 штук. В принципе, плюс-минус. Мы 200 только потратили, а уже 30 вытащили. Ну, это рандомчик, как повезет. То есть тут плюс-минус 40. Вот так вот. За 240. 50. Нифига себе. Офигеть. 50. Рунка упала даже. Вот я не знаю, по-моему, два раза здесь руну только выбивал. Четверть мы собрали, ребят. Четверть дуэлянта мы словили. Так, сумочка и этот. Ну, я вам скажу, за 300 четверть это довольно-таки хороший результат. Так, максимум перелимит сумки у нас. Поехали, забираем все. Так, книжечки, это уже у нас не влазит. А, поехали дальше. Так, этого нету у нас сегодня, ничего такого. Шестьдесят сразу же падает. Зефир один. Ну, видите, его, по-моему, проще собрать, чем Зефира. Вот сейчас, конечно, и то собирается. Знаю, сколько там мы осколков Зефира, я Зефира не считаю. Ну, 60 уже собрали. Мы даже половину не потратили с вами. Неплохо. Так, отлично. Поехали дальше. Зефир начал падать. 60. Ну, давай, давай, давай. Надо целого собрать. Конечно, я понимаю, что это нереально, но 70. Ну, половину мы точно соберем. Так, сумочка. 70, неплохо. 15 упало, ничего себе. Целых 15. Сколько у нас? 80 уже. Ну вот 80 за половину мы, считайте, собрали. 90. Нифига себе! Так, что у нас тут еще не падало? Только бутылки, по-моему, не падали. И сумка. 90 штук, ребят. Сто. У меня, по-моему, там 110. Офигеть просто. Посмотрите, 120 уже. Супер. 120. Странно, что они сумки не вводят. Так, ну давай, дуэлянтик. Надо второй. 130. Вот так-то 120. У меня 10, по-моему, осколков было с прошлого роллинга. Жесть полная. Еще карта, нифига себе. Хорош. Опять не можем ничего забрать. Так, отлично. Это мне нравится уже. Ну, как видите, его не так сложно и собрать, по сути. То есть он получается намного дешевле, чем Зефир, когда он только вышел. Так, сумка, Зефир, сумка, Зефир. Давай уже. Давненько он уже не падал. Видите, все, перестал падать. Раз, два, три. Сейчас будет дуэлянт. Вот он, есть.
Ну, в среднем, я думаю, где-то 1200-1500 пыли, и он будет. 20 осколков упало зефира, неплохо. Мы зефира, наверное, уже собрали, мне кажется. Посмотрим. Я не помню, сколько у меня там было до этого осколков. И 121 уже. Так, ну, будет еще у нас, но по-любому тоже новый пизде. Это сейчас будет дуэлянт. Ну, давай. Блин, нифига не падает. Все. Ушел он. Хватит, сказали. Еще 10. Считайте, 140. Ну, 140 неплохо. То есть практически, ну, где-то так, 1200-1500, и можно его собрать. Но надо собирать, когда вот именно такие акции дополнительные, неплохие. Так, 13 попыток. Еще десяточка, вот 150 мы с вами собрали. Жесть, конечно. 370. Практически 2 зефира. Так, обменять. Ну вот так вот. В принципе, осталось, потом добьем где-то. Так, окей. Я хочу посмотреть, сколько он все-таки силы дает. Очень интересно посмотреть. Вот такой вот, ребятушки, скин. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. И я вам скажу так, что он намного дешевле получается, чем обычный зефир, когда он только вышел, намного дороже был. Конечно, он и хуже, но это такое. Так, что у нас тут есть еще? Орбы есть, аккумулейшн. Давайте посмотрим здесь, может, что-то интересное есть. А, тут бонусы, тут, в принципе, только шарды, это чисто так, Леди Лео. Ну, самое главное, что можно теперь ему второй талант еще поставить, потестить. Так, плант, проспектор. Ага. У нас за 5, Малтаника за 20, понятно. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем по дуэлянту. Всем пока.